Доброго времени суток, YouTube, уважаемые наши видеослушатели, и мы с вами находимся на странице нашего сайта «Аудиопсихокоррекция». Давайте я ее покажу, эту самую страницу, чтобы у вас не возникало каких-то вопросов, и вы легко могли ее найти. Соответственно, таким образом эта страница выглядит. 9.1 «Аудиопсихокоррекция». Здесь вот она у нас. Увеличил я размер шрифта. 9.1, раздел 9, 9.1, аудиопсихокоррекция. Вот мы на этой странице с вами находимся. О чем я хотел поговорить и что вам показать. Давайте перейдем со всеми. Посадил зрение. Увеличенный шрифт у меня. Два высших и работа за компьютером. Значит, соответственно, хочу остановить ваше внимание, уважаемые видеослушатели, главным образом женщины, на раздел номер 5, до и послеродовое состояние, период беременности, и обратить внимание на аудиофабулу под номером 5.0028, как она звучит. При ежедневном прослушивании примерно 20% вероятности забеременеть, прослушивать не менее 2 раза в день. Вот такая у нас была прогностическая вероятность 20% от 100, что 20% от 100 женщин при прослушивании этой аудиофабулы могут, вероятность забеременеть у них возрастает на 20%. На данный момент, на сегодняшнее число, на 14.03.2021 года, статистика является такой. 3 женщины из 7. Кому интересно, сами посчитайте процент. Соответственно, на данный момент подтвержденных случаев беременности из 7 женщин, 7 женщин прослушивали эту аудиофабулу 5.0028, и, соответственно, 3 из них, из 7 этих женщин, забеременели и успешно родили ребеночка. Значит, версия 3.14, следите за обновлениями. Замечательная, хорошая статистика. Посмотрите статистику по ЭКО. И, собственно, то, что мы предлагаем. Подумайте о том, сколько стоит ЭКО. И посмотрите, актуальная цена этой аудиофабулы составляет 5700 рублей. И это сакральная цифра, 5700. Вот такая аудиофабула за номером 5.0028. Статистика, 3 из 7 забеременели. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!